Всем привет, меня зовут Иван, я родом из солнечной Варшавы, и мне недавно исполнилось 30. Не то чтобы я жалуюсь, но выбрав свободу вместо учебы, я совершил тотальную ошибку. Перебираясь с одной подработки на другую, я непрерывно заливался алкоголем, мечтая открыть свой первый прибыльный бизнес. Открыв пекарню, я умудрился прогореть в течение недели, потеряв последние деньги. Бесцельно слоняясь по улицам, я ждал свой шанс начать новую жизнь. Кто-то явно хотел, чтобы я добился большего. Быстро обналичив лотерейный билет, я направился в аэропорт. Итак, новая жизнь. Ну что, вот я, Лос-Сантос, погнали! Денег на такси у меня не осталось, пора обзавестись каким-то транспортом. Спрошу того парнишки, быть может, он подскажет. Достойный мопед. Так, что у меня по задачам? Кстати, квест, который получен от путеводителя, отменять не стоит, иначе взять заново уже не получится. За его прохождение насыпят бонусов. Пора получить первые деньги, телефон и открыть банковский счет. Для упрощения поиска тыкаем F3. Это навигатор, который поможет освоиться. Чуть не забыл познакомить тебя с интерфейсом. Справа видны подсказки с горячими клавишами. Чуть выше таймер для получения бонусов игровой валюты Majestic Coins. Если нажать F2, будет предоставлено меню. И именно там можно посмотреть статистику персонажа, выбрать анимацию, обращение к администрации, донат-магазин и настройку. Пора заработать первые деньги. Что у нас по подработкам? У нас есть лесоруб, строитель и шахтер. Куда идти, решать тебе. А я приветствую грубую силу. Нужно найти прораба. Так, переодеваемся и приступаем к работе. Кстати, если приобрести дополнительную экипировку, стоит она 5000, но учти, что при увольнении она пропадает. Экипировка позволит переносить большее количество руды за раз. У меня на карте какие-то чекпоинты, но они находятся ниже меня. Где-то тут должен быть лифт. Так, тут, кажется, нужно нажать Е. В целом ничего сложного, замахивайся сильнее и крепче держи кирку. Чтобы бить камень, нажимай ЛКМ. Так, разбили, теперь следующий маркер. Как только телега будет полной, отправляемся к лифту и ищем кучу, куда все это необходимо сыпать. Ну что ж, для начала неплохо. Пора пойти забрать свою зарплату. Сумма, конечно, неплохая, но это все же немного не то. Давай подумаем, чем еще заняться. Да, работ здесь достаточно. Даже не знаю, что выбрать. О, помнится, отец учил меня водить машину. Дальнобойщик – это точно для меня. Черт! У меня же нет лицензии на вождение. В этом штате некоторые работы требуют лицензий. Например, автобусник, дальнобойщик, инкассатор, такси, мусорщик, почтальон. Водительские права можно получить в автошколе, куда мы и отправимся. Добрый вечер, красавица. Мне нужна лицензия. Что мне это будет стоить? Так, все, что от меня требуется, ехать по меткам? Нет проблем. Ехать нужно осторожнее. Если собью прохожих, то экзамен будет провален, и я потеряю деньги. Ха, это крайне просто. Смотри, как могу. Да как так? Это мои последние деньги. И что мне теперь делать? Снова работать разнорабочим? Не, это явно не для меня. Так, есть у меня одна хитрость, но давай сохраним это в тайне. На самом деле совсем не обязательно проходить через все это. Открываем F2, магазин, стартовые наборы. Тут можно приобрести за Majestic Coins набор, а также ознакомиться, что в него входит. Это довольно выгодно. Купив стартовый набор Platinum, можно получить не только все имеющиеся лицензии, но и прокачанные навыки VIP на 7 дней. И игровую валюту в размере 100 тысяч долларов. Помни, что покупка стартового набора возможна только до получения 5 уровня. Совсем скоро я познакомлю тебя со многими другими механиками и фишками. Ну а на этом пока все. Скоро увидимся.